Барби. Ищем объекты. Так. Здесь написано, что надо найти объекты, которые вы найдете в ее розовой комнатке. И на все это дается 20 секунд. Что ж, попробуем. Найдем мы эти объекты или нет. Смотрим вверху меню. Карандаши. Картина, картина есть. Карандаши. Вторые карандаши Барби не нужны. Портфель. Портфель. Нашли портфель. Дельфин. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот еще. Цветочек. Надо же, столько все розовое. Аж глаза, от глаза рябит от этой комнаты. Надо быть полной неадекватной девчонкой, чтобы жить в такой комнате розовой. Оп. Так, это что такое? Что за плюмбал? Нашел. Птичка. Пожалуйста. Опа. Прошли уровень. Оказывается, здесь еще есть несколько уровней в этой игре. Тарелочка. Вот, пожалуйста. Такой бардак в комнате возможен только у Барби. Она занимается, вероятно, только собой. Опа. Бусики, бусики. И опять розовые бусики. Так, сумочка розовая. Стульчик розовый. Карандаши розовые. Сплошной розовый. Карандаши розовые. Это что за сумочка, сумочка, сумочка. Опа. Прошли уровень. В целом игра достаточно простая. Поиграть можно. Но только девочкам. Мальчикам категорически эта игра запрещается. Очень много розового цвета. Это вредно для глаз.